Всем привет, ребята, и вы на моем канале Кубка Боб Квадратный Штангис. Я сам Кубка Боб. Сегодня мы опять проходим игру Октагедон. В прошлой серии мы одолели какую-то робо-рыбу непонятную. И мы перешли на город. Вой город. Чего? Ты встречаешься. О. И начинаем. Ну, как вы знаете, мы из воды, поэтому мы не можем плавать, а просто ползти к статуе свободы. Вот об этом я и говорил. Блин, лагает. Вот так-то. Это еще что? Эй, а ну пошли. Вот так-то. Еще дальше. Ой, это что? МКС, что ли? Ох, и здесь нашлись. Это по качану? Или по правде? Вот так, ребят, я их уничтожил просто. Йорк. Йорк Сити почему-то называется. Разработчики просто перепутали. Эй, а ну перережь. И получай. Ох ты ж свинюша. Лечеб. Лечебница. Надо их взорвать. Золотую монетку мне вручили, ребята, это хорошо. И что нас... О, следующий будет ждать. Это что? Это целая армия. Погодите, это магазин? Чего? Магазин на ДНК. Ну ладно, разрушим. Это последнее. Улучшенная клешня краба. Это лобстер, ребят. Лобстер. Ох, теперь, ребята, на выборы. Давайте-ка поменяем на вот эту клешню краба. Он мне совсем не нравится. Итак, ребят, отправляемся дальше. Только не говорите, что еще будет магазин ракушек, я этого не выдержу. О! Ништяк! Бомба! О! МКСина какая-то. Стоп, я сейчас минок. Я не бегу от опасности. Ну, а ну-ка, подходите, или я вас сожру. О, теперь уже реально страшно. Проломаем выход. И бежим! Ох ты ж, черт. Ладно, вы хотите поиграть в прятки? Тогда получайте прятки. Я разрушу эту город, этот город за то, что вы поплатились за жизнь этого осьминога. О, война. Война, война, война. Война, война, война. Ох, теперь магазин ракушек. Что может быть лучше? Эй, а ну. Ес, ребят, разрушил. Воу. Ес, ракушки.
Итак, ребят. Мне хватает еще ту руку лобстера. Поменяем на еще одну клешню. И босс у нас повар какой-то, который отрезал щупальца нашему осьминожке. Ну что ж, ты за это заплатишь, повар? Повар реально за это заплатит. О! Скоростники! Откуда они? Они же должны быть в одином царстве. Жесть. Бах. Жесть какая-то. Многоэтажный дом, ребята. Это ж легендарный многоэтажный дом. Мне надо... Вот так. Блин. На этого скоростника не попало. Вот так, вот так. Йод. Фух, успел. Так, еще для разрушения нам понадобится. И для уничтожения. Новенькое. Вперед! Ого, все. Я твоих уничтожил! Воу! Эй, ты! Воу, ребят, это многовето. Босс! Дабах! О, господи! О! Этот босс! Ребят, наверное, такой сложный. Так, первую фазу мы замочили! Он теперь в тройне ножики кидает. Да, это тот повар, который вырубил щупальца из нашего осьминожка. На! О! Теперь у нас тут проблемы. Ну реально проблемы. Покачану! Блин! Что за сумасшествие? Опять мне снесли. И все. Вырубил. И да, золотая монетка. И все. Повар умер. И да, статуя свободы. Наконец-то мы до нее дошли. И опять эти, которые на нас нападали, блин. Во втором уровне его первым... Ес, уничтожили. Ребята. Яйцо? Разве что-то может быть лучше. Ву! О, господи! Давайте-ка. Он надуется как-то одновременно. О, господи! Обучение новенького героя. Мы что, за него будем играть? Во втором эпизоде. Хотя вряд ли в городе ведь нет воды. А без воды наш как бык. О, я его поранила. Ему полегчало. Господи! Это что за МКС? Ё-моё! Ёперный театр! Ёперный театр! А! Да когда уже конец? Ещё чуть-чуть осталось! Ух ты ж, едеть! Ёс! Ау-ау-ау-ау-ау! Все, очнулся.
Да когда конец-то? Уже еще чуть-чуть, наверное. Господи, последняя жизнь. Мы должны выиграть.